Всем привет! Я давно для вас не снимала ни окрашивания, ничего такого про волосы. А сегодня хочу заснять, потому что мы с Людмилой будем делать кое-что новенькое. А дело в том, что я все-таки решила, что нужно отрастить волосы, и Людмила мне предложила перейти на окрашивание краской. А, в общем-то, и вы мне в комментариях об этом писали. Поэтому мы сегодня по максимуму сострижем волосы сухие, которые у меня от порошка, и будем начинать отращивание. И Людмила мне сделает восстановление Барекс. Я вам буду все показывать, все, что мы будем делать. Мы сделали тонировку и вымыли волосы вот этим шампунем, подготовили к процедуре. С бамбукой и юбкой. А сейчас мы делим волосы на проборы. Разводим горячей водой. Ну, заодно и на стол. Небольшие технические неполадки. То есть, видите, она такая, кашица. А здесь только травы или еще что-то? Только травы. Только травы. Потом будем, кстати, стрижку делать, покажем вам все. Видите, мы не красили корни, потому что будем переходить на другое окрашивание, поэтому решили отрастить их подлиннее, пока немножко повосстанавливать. Ну и будете смотреть в прямом эфире, как я буду отращивать свои волосы. Я думаю, это будет интересный процесс. Людмила мне теперь наносит вот эту вот кашу на голову. Травки. Травки, да, всякие. Сегодня я опять в руках держу мобильный, потому что я не приготовила съемку. Сначала не планировала. Но мы тут по ходу все переиграли. Поэтому вы меня будете видеть какое-то время с отросшими корнями. Но зато, я надеюсь, потом будет длина волос хорошая. Ну, просто на порошке не очень удобно отращивать. Все равно они же сухие становятся. Поэтому будем переходить на краску. Не такой, конечно, будет прям светлый-светлый блонд, но вполне, я думаю. Остальное мы уже в произвольном таком вот порядке наносим на длину массивного волоса. То есть мы все корни обработали прядками. Это... Еще смесь хорошо на корни волос действует. На кожу головы, на корни. Сейчас это все погреем, пропитаем. Не больно вам, Максим, не дерую ваши волосы. Нет, нет, вообще. Наоборот, кайфую, сейчас усну. Что Паша рассказывает, что я жестко с вами. У меня все нормально. Раз... Все мои волосы на голове, значит, не так жестко. Как будто хну на голову нанесли. Но она на цвет никак не влияет вообще. А теперь зацените, какая я классная. Так, как синий ставлю 45 градусов. Ой, даже не 45, меньше 40. На полчасика с вами погреемся. Если что, прям сразу мне говорите. Хорошо. В общем, полчаса, 40 градусов, это термошапка. Слушайте, прикольно. Мне даже нравится, как я выгляжу в этой термошапке. Стильно прям так. Мы смыли вот этот травянистый порошок и нанесли маску.
Сейчас покажу, какую. Вот такую. С бамбуком и манго. Это последний этап процедуры. И потом у нас стрижка. Волосы такими зелеными не будут. Сейчас все смоется. Мы вымыли волосы. Смывали без шампуня маску. Теперь будем сушить. Термокрем. Термокрем. Угу. С термокремом. Кеша, кстати, нам помогает. Просто он на нас немножко обиделся. Мы его выгнали. Он в ванной купался. Пока мы отворачивали, своими делами занимались, Кеша умудрялся искупаться. Ну, такие они прям уже. Ну, они такие истонченные все равно на конце. Ну, освежить надо. Будем освежать вас. Угу. Что с освещением беда, поэтому вот так вот. Раз уж отращивать волосы, то нужно так, чтобы они были в порядке уже изначально. Ну, по крайней мере, относительно, сколько это возможно с порошком-то. Наигралась я с коробки, можно и подлиннее теперь сделать. Стрижка готова. Мы прям по максимуму все сухое убрали. Сейчас высушим. Ну, может, я слегка, конечно, и переборщила покороче. Ну, как есть уже. Сами просили покороче. Ну да, походу я так это перестаралась. Ну ладно, отрастут. В общем, вот у нас пока без укладки, что получилось.